Сейчас его пранканем, чат. А? Ты кто, блядь, чел? Это что за атака такая в полете, блин? Call of Duty, блин, какая-то. Только купили прокачанные аккаунты. Не понял. Ну отдайте. У меня сумка забаговалась. А ее даже сбросить не могу. На горячей клавише сумка не сбрасывается, чат. У меня сумки с собой нету, походу. Окей. Это что? Давай, боты, мочите их. What the fuck? На. Ой. Я что-то сбросил. А, я там что-то сбросил, походу. Я сбросил там свою сумку, походу, в Лексусе, в контейнере. Это внутри, кстати, по-моему, есть, судя по звуку. Понял, братанчик. Ой, блять, опасный кинул. Где гранатомет? Так, один еще справа. А граник-то что, внутрь зашел, спрятался, что ли? Так, ну пока он в пристройке, мы можем правого типа быстренько нахлобучить. По сути, да? Правильно же?
Ну, он там за сеткой прыгал, я слышу. Надо его с улицы разыграть, с улицы будет самое простое. Бля, в стекло попал, серьезно? Живой, живой. На второй этаже поднялся, что ли? Так. Блин, у меня вот сумка там. Она там у меня осталась, интересно, или нет? В этих, блин, контейнерах вот там лежит моя сумка или нет, чат? Господи, челобот. Сидит, сидя, блин. Так. Дружочек. Уля-ля. Сотый генка, блин. И здесь тоже самурай. Эти типы тут прям жирненькие. Что, если мы вот так подвинем? Ладно, нахер на самом деле. О! Кафешки двое. Опачки. Хо-хо-хо! Mm-hmm.
Спокойно. Так. По 7 это мы любим. Все, пусть они на него сейчас все внимание отвлекают. Я не хочу с челоботами драться. Ну, пусть Кай развлекается. Так, тут же я посмотрел, да? Да. Ой-ой-ой, гибрид. Ой-ой-ой-ой. Чёрт. Бамс. Так, следующий. Моя сумка, ты смотри, вернулась, блин. Всё такая же забагованная? Вроде нет. Так. Даже знаете, как надо сделать? Ладно, да, в принципе, так тоже нормально. Так, следующий. Так, G28, блин. Обычные боты бегают. Так. Не добили одну разгрузочку еще лутом, конечно. Но было неплохо. И 8. Восьмерых. Всех в голову, одного только грудную клетку расстрелял. А так всем в башку попал. Бля, найс. Прям хорошо. А это знаете, какого убил груда? Который в магазине стоял. Я просто в темноте там пострелял, убил его в грудак. Стримы стараюсь проводить каждый день, по будням, иногда даже в выходные, во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку, и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео.